скажем так, мы находились немножко в неравных условиях в плане времени подготовки к этой игре. Ну, где-то в первом тайме они, может быть, были посвежее, хотя в наших, мы изначально планировали вести игру. Не все удачно складывалось в первом тайме, во втором тайме мы внесли коррективы и добились такого нужного и необходимого для нас результата. Можно ли сказать, что в первом тайме приспосабливались к полю все-таки, ну, не каждый день приходится играть так? Ну, может быть, где-то и в этом есть, заключается ключ, не такой, скажем так, игры в первом тайме. Потому что действительно поле специфический, отскок специфический, приходилось приспосабливаться. Вот во втором появился контроль, четкость паса и, собственно, комбинации благодаря контролю, наверное, мяча, которые привели к взятию ворот. Это были коррекции тренерского штаба? Это был план на игру. В первом тайме нам не все удавалось выполнить. В какой-то степени наш соперник играл более организованно, более четко в обороне, пытался быстро перемещаться, накрывать сразу, не давать возможности нас работать с мячом. Во втором тайме мы, скажем так, добавили немного в скорости, они уже перестали успевать за счет этого и создавали моменты, и в конечном итоге за счет этого добились положительного результата.